Главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги оставит свой пост после окончания чемпионата мира 2018, сообщает официальный сайт национальной команды. Королевская федерация футбола Испании анонсирует освобождение от обязанностей главного тренера сборной Хулена Лопетеги после завершения выступления команды на чемпионате мира в России. Королевская федерация футбола Испании получит денежную компенсацию в связи с расторжением договора с Лопетеги для того, чтобы он смог возглавить Реал. В среду, 13 июня, в Краснодаре в 11:30 по местному времени состоится пресс-конференция с участием главы Королевской федерации футбола Испании Лопетеги, говорится в сообщении пресс-службы сборной Испании. Сегодня, 12 июня, Реал объявил, что Хулен Лопетеги по окончании ЧМ-2018 станет главным тренером команды. Смотри матч Россия-Египет в Москве на самом большом экране в мире. Чемпионат приглашает на футбол и свой день рождения. Получить приглашение и узнать подробности можно на специальной странице. Реал объявил о назначении Лопетеги на пост главного тренера.